Окей, я выхожу с работы, я все сделал. Мой рабочий день закончился. Я прохожу мимо моего отдела продаж, и я сейчас их, в общем, проверяю, как у них дела. Я собираюсь зайти и поднять боевой дух ребятам. Собираюсь взбодрить их. А надеюсь, что у вас был отличный день, и я надеюсь, что вы зажигали сегодня. Слушай, поставь на громкую связь. Поставь, я хочу это слышать. В общем, надеюсь, вы зажигаете. Надеюсь, вы делаете все, чтобы позаботиться о своей семье и о своих близких. Вы прочитали все книги, и вы закрываете только 8-9 человек из 100 лидеров в неделю? Вы явно движетесь не в ту сторону. Давай, вы закрывай. Вы так все знаете, я уже предложил. Вы видите, он должен цены. Закрывать сейчас сделку. Сейчас мы просто ведем переговоры. Если бы Грант Кардон вас слышал, что вы просите у меня $100, чтобы завершить сделку, ну послушайте, я даже не знаю, мы просто больше не можем вам скинуть, это и так максимум. Вашим сотрудникам это нужно. Я знаю, что вам это не нужно, но вашим людям это нужно. Ваши люди упускают сделки. Какое вы хотите предложение от нас? Я готов подписаться на вашу программу на 3 года, но мне нужна скидка $100. Ник, послушай, ты говоришь о $100, но тебе уже надо думать о миллионе долларов. Послушай, мы больше не можем скинуть. Ты потратишь $30,000 в течение следующих 3 лет. Так или иначе, и $100 это не изменит. Позволь задать тебе один вопрос, на который есть только один ответ. Да или нет? Ты знаешь, кто с тобой говорит? Да не важно, кто с тобой говорит. Вопрос один. Да или нет? Ник, если дело в $100, то лучше не покупай эту программу. Потому что если ты так хочешь эти $100, то тебе лучше встать на какой-нибудь улице и попросить там милостыню. Ну что, Ник, ага или не а? Да или нет? Ну давай. Извини, я не расслышал. Можешь повторить? Да, давайте сделаем это. Вот это наш человек. Ник, это Грант Кардон. И спасибо, что вы работаете с компанией Грант Кардон. Я о тебе хорошо позабочусь. И Кардон Юниверсити поможет тебе заработать $1 миллион. Спасибо вам. Я надеюсь, что мы будем долго... Да, и скажи Тоду, что он был слишком слаб, чтобы закрыть тебя. Спасибо за то, что ведете с нами бизнес. Возьми номер его кредитки.